И сегодня губернатор прокомментировал решение Комитета по образованию, культуре и туризму Горсовета областного центра. Народные избранники рекомендовали городскому парламенту из-за недостатка бюджетных средств с 1 ноября отменить оплату питания за счет бюджета всем ученикам младшей школы. Льготами смогут воспользоваться лишь особо нуждающиеся. Заседание Горсовета, на котором планировалось рассмотреть этот вопрос, пройдет завтра. Но глава региона заверила, депутаты вряд ли примут такое решение. Никто никаких завтраков не отменял. 158 миллионов в бюджете есть, и никто не уменьшал. 15 миллионов, которые на себя должны взять муниципалитеты, это их полномочия. И они возьмут эти на себя полномочия и выплатят эти деньги по завтракам. В том числе город Владимир выплатит 4 миллиона, и поэтому надо всех успокоить вот в таком ключе.